Всем привет! На связи Алекс. Продолжаем Mafia 2 Definitive Edition на PS4. Чтобы заработать деньги, давите машины с помощью зверя на свалке Майкла Бруски. Дерек Папаларда скупает. Не успел. Собирайте плакаты розыск на стенах переулках. Это фотографии. Так, глава 7. Памяти Франческо Паттенса. Вот на этом мы закончили в прошлый раз. Галанта не соврал. Он устроил так, что я вышел на свободу пораньше, почти что на 4 года. Джон навещал меня и как-то пытался приносить новости с воли, но выйдя из ворот, я оказался просто в новом мире. Ладно, еще раз посмотрим, мы это смотрели. Да, чекпоинт не... Нету чекпоинтов как-то... Сначала про миссии все началось, ладно. Так, а где? А еще одна дверь, да? Есть, да. Вита, ты из тюрьмы сбежал? Черт, как же я рад видеть тебя не в робе и не за решеткой. Добро пожаловать домой. Заходи, заходи. Слушай, столько изменилось с тех пор, как я сел. Да уж, я думаю. И да, фигня, конечно, но я для тебя замутил такую славную квартирку, как ты хотел. Спасибо. А еще у меня сюрприз. Мы празднуем твое возвращение, и я тебя кое-кому представлю. Хороший план. Пока не обустроишься, тебе понадобится деньжата. И ствол у меня для тебя припасен. Лишним не бывает. Вот. Так какие планы, свободный человек? А ты как думал? Хочу снова работать с тобой. Хорошо. Я уж боялся, что тебя там исправят. Я вообще-то многих узнал и многому научился там, за решеткой. Теперь гораздо лучше понимаю, что к чему. Отлично. Я тут, как ты понимаешь, тоже штанов не протирал. Но ты не бойся. Я тебе все покажу, как всегда. Ладно, так чего мы ждем? Пошли. Боже, я не думал, что ты будешь так бить копытом. Ну ладно, черт с тобой. Пошли, квартирку посмотрим. Да, получается, вообще все с самого начала прям. Ты за рулем. Вспоминай и привыкай. Надеюсь, за решеткой ты водить не разучился. Эй, чего ты дергаешься? Это же как на велике. Ну, знаешь, если велик раздолбаешь, тебе не платить целую гору за ремонт. Ладно, ладно, я понял. Ворчишь, как бабка. Да, очень на это надеюсь. Если ты еще не заметил, машины теперь совсем другие. Видишь? Твоя квартирка дальше по улице, прямо возле променада. Тебе понравится. Здорово, что ты вернулся. Я неплохо справлялся, пока тебя не было, но теперь нам сам черт не брат. Генри давно видел? Не, пару лет как не встречал. Он ведь переживал из-за тебя. Так как твои успехи? Когда ты меня навещал, это ж не разговоры были. Ну, после того, как Клемент и этот паршивец Лука пытались нас кинуть, я сошелся с семьей Фальконе и теперь работаю на них. Правда? Ага, вечером увидишь. Я же сказал, у меня для тебя сюрприз. Можешь не спрашивать, все равно не расскажусь. О, боже. Не бойся, я об этом несколько недель думал. Вот этого я и боюсь. Да... Никакого чекпоинта, я думал, хотя бы... Мы закончили в прошлый раз на том, что мы уже и по квартирку посмотрели. И костюмчик приобрели солидненький. Отлично, мы почти приехали. Тормози тут. Пойди погляди, верхний этаж. Я тебе уже оплатил первый месяц. И, кстати, вход в твой гараж там, в переулке. Спасибо, Джо. Большое спасибо. Да, и насчет сегодня. Пойдем в серьезное место, так что купи костюм. Туда не пустят в виде, я сегодня вышел. Классное место. Ну вот она. Уверен, вам понравится. Я сам в такой же квартире. Да, сейчас риэлтор нам будет рассказывать 3 часа. Есть отличное бесплатное дополнение. Ладно, болтай. А это ванная. Чистая и современная. Горячая вода круглые сутки.
это спальня хозяина. А это хозяйская кровать. Очень удобная. И места хватит на двоих. Даже на троих. И она не скрипит. Это безусловный плюс. Надеюсь, вам понравилась ваша квартира, сэр. Есть вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Только один. Когда вы уходите? А теперь, с вашего разрешения, я поеду к следующему клиенту. До свидания. А, пока. Так, переоденьте костюм. Костюм у нас, понятно, где-то. А в прошлый раз он остановился покурить здесь, на следующем этаже. А тут, смотри, в двери стучится. То есть здесь у него какие-то разные есть. У риэлтора. О, вот эту 21-ю Волгу заберем. Если нас никто не спалит. На, только по-быстренькому. Ой, а чё? Похоже же, чуть-чуть. Ну, не все тогда машины одинаковые примерно выходили. Тем более наша Волга, даже она же... Ну, вот она прям на Волгу мордой ГАЗ-21 второй серии, похоже, прям. Экс, ну что? Здравствуйте, здравствуйте. А, у тебя надо, да, костюмчик-то? Что-нибудь вам понравится? Позовите меня. Кожаная куртка. Повседневный костюм с плащом. Тут еще он. Ручная работа. Только лучшая для вас, сэр. Ну все, прям настоящий гангстер. Носите на здоровье. Вот здесь, по-моему, в начале игры, да, лазили за квиточками на бензин. Из-за этого и сели в итоге. Так, машину, наверное, к Джо поставим, потому что мы не на этой машине поедем. Все. Сидит, отдыхает. Господи, я уж думал, ты не придешь. Неплохо. Хорошая ткань. Спасибо. Так что с планами на вечер? Все узнаешь. Нас отвезет мой друг. Познакомился с ним, пока ты прохлаждался. Веди себя прилично, он вроде как важный человек. Да ну. Сейчас увидишь. Вот и он. Джо, Эдди, вот и... как дела? Неплохо, неплохо. А это значит, твой дружок? Да, это мой друг Вита. Вита, мой хороший друг Эдди Скарпа. Рад знакомству, Эдди. Взаимно, Вита. Ребятки, я умираю, хочу выпить. Поехали. Привет, Вита. Хочешь за руль? Я уже слегка нагрузился. Ну, Джо, ты сказал ему, куда мы едем? Нет, сказал только, что сюрприз.
Ну, ему понравится. Да уж, надеюсь. Если только он не испортился в тюряге. Эй, о чем вы тут болтаете? Не бойся, все увидишь. Да ладно, можно ему уже и сейчас сказать. Он уже дотерпел. Расскажем в машине. Так, я за руль, да? Окей, сажусь за руль, погнали. Ладно, Вита, поехали. Знаете, было бы здорово, если бы вы сказали, куда. Веди к Ойстербей. Ладно. Так что, Вита, чего тебе больше всего не хватало за решетку? Свободы. Понятно, кроме того. Ну, я не знаю. Пьянок, девочек, бейсбола, да всего. Уже теплее. Вы что, на бейсбольный матч меня везете? Нет, Вита, мы везем тебя в лучший бордель в городе. Бордель, а? Ух ты. Вита, да ты что-то не возбудился. Давай, не говори мне, что после всего этого не хочешь оторваться. Не бойся, Вита, девочки свое дело знают туго. Если ты забыл, что куда, они тебе мигом все поставят. О да, гульнем на славу. Вы это, не давайте мне много пить, кое-что еще надо уладить. Что может быть важнее кисок и выпивки? Да знаешь, вот бывает. Иногда надо делать то, что надо. Вита, ну что, гони давай, а? Гоню, гоню. Как бы копы нам не попались. Поставить ограничитель. Почему их 40, блин? По городу, это ж медленно. Все, приехали. Да, мы слыхали, что Альберто и подонок Лука берут бабки за прием в семью, но не знали, что они берут так много. Они скоро ответят за свои грехи. Я говорил о тебе с Лео Галанто, Вито. Он рассказал мне, что Клементо пытался вас кинуть. И сказал, что ты парень надежный. Но слушай, между нами, почему ты вообще этим занялся? Понятно, у каждого свои причины, но... Да? Потому что... Понимаешь, я не хотел пойти по отцовской дорожке и... Нет. Да. Я просто понял, что никто мне не поможет. Только я сам. Ничего. Да, хорошо. Да. Все, детка, кэш. Так, Вито, слушай. Я работаю на Карло Фальконе, и мы собираемся расширяться. Джо уже некоторое время на нас работает, и раз ты его друг, мы тебе хотим сделать предложение. Что скажешь? Ну, я заинтересован. Окей, выпьем за это. За вас, ребята. Ладно. И за общее светлое будущее. Чента! Мне сегодня много пить нельзя. У меня есть одно дело. Малыш Фрэнк тогда круто заложил. И знаешь, что самое смешное? Один из сенаторов потерял деньги в Шаронопоне. Нет. Вот же конская задница. Нет. Карло умный, он шарит в этой, ну, этой астрологии. Может, астрономии? Иди ты, звезда с ушами. Ты что, других слов не знаешь? Извините, дамы, но мне пора. Закрой мне тут свой хавальник, если нечем рот занять. Это! Поехали! Эй, Джо, подъем! Да, что-то со звуком, по-моему, не то. Это особенность Definitive Edition или... Что происходит вообще? Спокойной ночи, шлюхи! Что вообще происходит, а? Капец, почему в касценах что-то со звуком прям совсем проблем? Эй, а где моя машина?
Ее сперли. Зовите копов, вашу мать. Вот алкаша, да вот она. Да? Ну да, ладно. Давай садитесь, ё-моё. А ключи мои где? Вита поведет, он из нас из всех самый трезвый. А в следующий раз больше кисок, меньше пьянок. Но вы долго стоять-то будете, ё-моё. О, наконец-то. Так что, Вита, понравилось тебе там? Получше, чем с сосиской в душе развлекаться. Фу, чем это воняет? Эдди, ты блеванул, что ли? Что? Я в своей машине никогда не блюю. Да что за... Чем тогда смердит в машине? А, ну да, и я унюхал. Наверное, Фрэнки Потс. Он блеванул в твоей машине? Да нет, он в багажнике. Что? Что? А ты сам виноват, Джо. Я тебе сказал, что... Ты куда прёшь-то? ...кое-что уладить. А ты взял меня и напоил? Эй, с каких это пор кое-что уладить, значит, мертвец в багажнике? Вита, успокойся, Аэспета. Что-нибудь придумаем. А что тут думать? Закопаем жмурика и все. Я уже подобрал местечко старой обсерватории. Лопата есть? Ну да, в багажнике. Яма уже готова. Надо просто его туда сбросить и закопать. Ладно, ладно. И где эта яма? За городом. Близко. Надо проехать по лесу до полянки. Яма там. Давай побыстрее. О, боже, дышать нечем. Эта чертова вонь меня так гонает. Да, нормально. Вот она, мафия, да? Будни мафиози. Поставим тогда ограничитель, чтобы хотя бы менты на нас не... Ой, поздновато. О, боже, Эдди, что за вонище? Эй, ну машина-то его... Да, но это вонь. И тут еще... Да, вонь. Уже некуда. Ну, разве что он тут же и нагонит. Так, здесь, наверное, в горку можно и притопить немножко. Долго там еще ехать? Ну так, по прямой, но ехать еще. Здесь мы, по-моему, еще не были. В этом райончике. Упс. Все, все фары разбили. Так, мы на месте.
Вита, открой багажник. Ты шутишь? Здорово, просто здорово. Мать вашу, мои ботинки. Господи, боже. Бога в душу, мать! Эдди, сколько он тут лежит? Да пару дней. Вита, ты сам его доставай. Вот, блин, здорово. Меня сейчас вывернет. Добро пожаловать, блин, домой. Эй! Ах ты, сука! Эй, вот же яма! Вот она! Бросай туда. Капец. Наконец-то, Мадонна. Так, а кто его зароет? Что? Погоди, я сейчас приду в себя. Может, ты сам лучше, а? Каждый раз, когда я его понюхаю, прям блевать тянет. И эти нам тоже не помогут. Ладно, черт с вами. Эй, парни, а хотите музыки, а? Они издеваются. Спокойной ночи, Бобби, мне пора. Мы такого продолжения вечеринки не планировали. Спокойной ночи, Бобби, давненько я в лесу не был. Тебе гораздо меньше понравится лес, когда я тебя лопатой приложу. Да. Связался же, да? Все? Типа закопали? Отвезите пьяных к Джону на квартиру. Вы что, издеваетесь? О боже, бедный Дино. Так, а до Джо ехать, ну... Такое крюк больше делать, конечно, чем... Твою дивизию, а? Козёл вырулил, а? А, всё равно тачка не наша, пофиг. И дальше, смотри, поехала. Да чтоб вас всех, вы специально, а? Ни раньше, ни позже, а? Я еду и одним глазом на карту смотрю. Мало ли, если копы, то сразу ограничите скорости. Бах! Вот тоже знак 100 был, значит, типа... Главная дорога была не у нас. Мне такое ощущение, что они там, по-моему, разговаривали сейчас про долбанного итальяшку, что-то сказали, нет? Это ж вряд ли по радио. Что тут со звуком? Мне не нравится звук. Я не помню, я когда играл в оригинал, вообще никаких проблем не было. Наверное, кстати, у меня перед записью один разочек уже вылетело с ошибкой. Вот тебе и версия для PlayStation, да, за которую люди бабки... тратят, чтобы купить, а она еще вот такая вот полукривая какая-то. Мы убавляли только музыку. В касценах вообще непонятно, что со звуками происходит. Все, приехали, вылазьте, алкаши. Извини, Вита,
Понимаю, не лучшее завершение банкета. Но правда, я у тебя в большом долгу. Машину Эдди оставь тут, он на ней завтра домой и поедет. Ты хороший парень. Завтра посидим, поболтаем. Эй, пошли, выпьем. 3 часа ночи, заткнись, идиот. Заткнись, шлюха. Давай. Эдди, с тебя хватит, пора спать. Ну, ты понял. Я тебе завтра позвоню, Вита. Пока. Так, а мы едем домой, да? Глава 8. Или нас сразу неугомонные. Аптаун, 11 апреля 51 года. Сразу нас домой перетащили. Какого хрена? Эй, Вито, проснись и пой! О боже, Мар, ты не ори, а? Голова раскалывается. Прости, Джоуи. И хватит называть меня Джоуи. Крыша поехала. Вито, спускайся! Господи, боже. Текс. Переодеться. Кожаная куртка, пакет... Да, красную куртку с рубашкой. Я думаю, сегодня можно без костюма. Они там что-то на грузовике на каком-то приехали. Это еще что за хрен? Голосок у парня, блин, прям дятел Вуди. Помнишь, пацаненка жил напротив моего дома? Мне надо было грузовик забрать. Так он меня подбросил. А что за грузовик? Он нам денежку принесет. Прыгай, по дороге объясню. Садись за руль. Куда? Риверсайд. Вы вторгаетесь в мое личное пространство. Ладно, едем в Риверсайд. Это ты сейчас мне, что ли? Ну и ночка, да? Ну да, можно сказать и так. Ты все еще злишься, нет? Ну что ты, подумаешь, труп закопали. Прям мечтал. Вот выйду и... Да ладно, ты же оторвался с девками. Ну да, да. И за это спасибо. Но за то, что было потом... Они вообще прут как эти. Ладно. Слушай, сегодня все будет куда лучше, обещаю. Очень на это надеюсь. Так. Тоже что-то из первой мафии, да? Тоже там на грузовике какая-то миссия была. Насколько я помню. Из-за которого первую мафию не смог пройти мод. Ах, тормоза не к черту грузовичка. Смотри, куда прешь! Так что за дела? Заезжаем в пару мест, распродаем сигареты, потом отгоняем грузовик обратно к Эдди и получаем свою долю. Расплюнуть. Постой-ка. Помнится, меня как-то раз за решетку упекли за такое вот расплюнуть. Не волнуйся, я уже этим занимался. Давай время сами. Ну, как скажешь. Поверь, ты мне спасибо скажешь. Если разобраться, все беды Вита, блин, от Джо. Если вот так вот поразмыслить, на фронт попал из-за Джо, потому что вместе там по малолетке чего-то там чудили. Охренеть он. На большую скорость вообще неуправляемый становится. Ну, интересно, до ограничителя у нас разгонится? Вообще медленно она разгоняется. Фига он. Ты чё встал тут посреди дороги?
Так, здесь можно заехать? Можно. Я бы даже сказал, нужно. Что теперь? Теперь разбираемся с клиентами. Эти парни покупают у нас груз. Пошли со мной. Давай лезь наверх и подавай товар. Опять. Привет, блок красный. Вита, подай блок красный. Супер! Получай. Эй, хорошо, что ты приехал. Курить нечего. Мне блок синий. Вита, один блок синих. Да, вот его. Вот вам, сэр. Всегда пожалуйста. Несколько часов спустя. Какого черта? Ай, сержант, как дела? Как всегда, блок синих? Думаю, в этот раз мне белое. Слышал, Вита? Давай, блок белых. Супер! Спасибо, Джо. А теперь исчезни отсюда, понял? Ну все, поехали. Садись, Вита, дальше в Милвилл. Сегодня все отлично. Мы серьезное бабло срубили. Ну, поубавилось, конечно, в кузове. Малыш Марти, он тоже на Эдди работает? Ага, спит и видит. Парню еще и 18 нет. Возит меня, выполняет мелкие поручения, что-то отвозит, фигня всякая. Но он думает, он гангстер. Слишком много в кино торчит. Ну, если пацан решил брать пример с тебя, он плохо кончит. Вот как умник. Он мне тебя напоминает в том же возрасте. Именно. А я после встречи с тобой 2 года ловил пули в Европе, а потом 6 лет сидел. Вот про это я и говорю. В чем дело? Тебе кто-то с утра в кофе нассал? Ты что, забыл, как клево было? Ага. Напоминай мне иногда, ладно? Так, куда ехать? Ну, почти по прямой, конечно, но вот так-то миссии вот такие. Не только в первой мафии тоже были, особенно начальные, да? Ездишь, просто ездишь. Ну, и здесь пока что. Я не помню, что тут будет. Может, тут в конце будет экшен-перестрелка с погонями. Так, а если мы здесь поедем, мы... Ой, ё-моё. Нет, мы тут не поедем. Вот какие-то моргания. Вот это же тоже в игре происходит. И опять там правильного включил, сидит. Ну давай остановимся, если так... А, все, он загорелся зеленый. Видишь, я же говорил, все как по маслу. Ладно, ты почти загладил эту ночь.
Почти. Да ладно, что может быть лучше? Свежий воздух, отличная компания, да еще и хорошие бабки. Совсем неплохо для того, кто только что из-за решетки вышел. Ладно, ладно. Слушай, если следующие несколько часов будут похожи на эти, я все прощу. Вот это наша Вита! Так, мы почти что приехали. А, его мы там уже его обратно повезли. Я думаю, на вторую точку едем. На что там еще остались коробки-то? А нет, на вторую точку мы, походу. Эй, мне блок синих, если можно. Давай блок синих. Супер! Привет, мне блок красный. Вита, блок красных. Супер. А где ты, мы, интересно, под... Есть. Под 50-е годы, нет? Все, мне кажется, что-то современное, нет? Вот и походу экшен подъезжает, да? Ты покупатель и глазеть пришел? Возможно. Мы толкаем сигареты, блок 2 бакса, целый ящик сотня. Как тебе такой вариант? Отдаешь 10 блоков, и тогда, может быть, вы с дружком целы останетесь. Эй, дружок, давай ты залезешь в свою тачку со своей младшей группой, а я притворюсь, что я тебя не видел. Сойдет? Ха. Ты не врубаешься, да, жирный ублюдок? Это наше место, и за торговлю здесь надо платить. Так что плати. Нет, это ты не врубаешься. Ты хоть понимаешь, с кем связался? Последний раз повторяю. Вали отсюда и... С кем я говорю, ну-ка? С жирным итальяшкой, который толкает по мелочи краденое курево на моей улице. Так что прикрывай лавочку, козел. Все ясно, парни? Будет распродажа. Черт, черт. Вот. Ну что теперь скажешь? Что я скажу? Вот что я скажу. Давай в машину и валим отсюда. Ладно, давай отловим какого-нибудь ублюдка и проучим. Угу. Подожми, Вита, он уходит. Я сейчас пол продавлю, Джо. Быстрее не будет. Как-то мы разных автомобильных классов, мне кажется, у нас автомобили с ним, нет? Вот тебе экшен с погоней, да? Че-то она вообще какая-то. Вот черт, и что теперь? Нужно обсудить цели. Ищи ближайшую будку и позвони ему. Я так понимаю, так и задумано было, да, что мы не догоним никого. Ищи ближайшую будку. Но будки у нас изображены на карте каким-то образом. А да, вон телефонная будка, только я что-то не вижу ни одной зеленой. Телефонная будка. Зелененький, но я чего-то ни одной не вижу. Может, у нас с дороги съехаться? Так, а что-то не появились. В чем прикол? Где телефонные будки? Алло. Гараж. Они на легенде, главное, есть. А на карте я их не вижу почему-то. Как они хоть выглядят-то?
Во, появилась. Ой, тот еще ездок, блин. Сам будешь звонить или я буду звонить? Эдди Скарпа. Почему я звоню, я не понял. Эдди, это Вита. Слушай, у нас тут проблема. Мы толкали Курева, а потом внезапно появились эти бриолинчики и подожгли грузовик. Что? Ты что, издеваешься? Кучку сопливых мальчишек не уделали? Какого вообще хрена? Эдди, послушай, Эдди, слушай, мы не виноваты, ясно? Они подожгли грузовик, мы не успели понять, что происходит, а все уже сгорело к чертовой матери. Ладно, мы подстрелили одного, но... Какая мне нахрен разница? Деньги мне мои верните. Я два куска за грузовик отдал и хочу их назад. Ваше счастье, тормоза, что со мной тут Стив, человек Дерека. И мы как раз решаем, что делать с этой шварью. Разберемся с ними сейчас же. Стив будет ждать в бешеной лошади. Знаешь, где это? Так, бешеная лошадь. Я даже помню, где это. Стив приведет с собой пару ребят. Пусть поймут, что с нами связываться себе дороже. Только без стрельбы, чтоб канала под уличные разборки. Я не хочу завтра читать в газетах про мафиозный беспредел. Да, конечно, Эдди. Не волнуйся. Мы разберемся. Так, езжайте в бешеную лошадь. Итак, встречаемся со Стивом у входа в бешеную лошадь. Хорошая новость. Он нам поможет. Плохая новость. Эдди требует свои деньги. Все две штуки. Черт, ты же не думаешь, что из этих высыпется два косаря? Я не знаю. Посмотрим, что задумал Стив. Знаешь ли, он вряд ли нам подобрать. Ой, как... Пошли. Занесло, блин. Чуть-чуть, ну бывает, чего ты ругаешь ты сразу? О, Эдди рвал и метал в трубку. А то, а я-то какой сейчас бешеный. Даже если у уродов ни гроша нет, я из них органов на два куска вытрясу. Я за. Но что это вдруг Стив работает на Эдди? Он человек Дерека, а Дерек в команде Винчи. Я тебе что, доктор? Ну ты это, ты же будешь брать работу у Дерека, да? Несмотря на то, что пашешь на Эдди. Мы все перебиваемся всем, что мимо пробегает. Ты что, красный свет не видел? Блин. А ты что мне предлагаешь, еще тут по правилам ездить? Мы тут как бы 2000 баксов торчим, а он тут про красный свет беспокоится. Тормози нахрен, пока нас не ступанули. Поспили еще чего. Где-то паровозики тут ездят. Эй, Стив. Привет. Марти, ты что тут делаешь? Эй, Джо, я сегодня с вами пойду. Стиву нужна была помощь, и он меня взял. Стив, это не... Пацану пора учиться. Ладно, Стив, что мы тут делаем, а? Те ребятки, которых мы ищем в Литейной. Они там обычно ошиваются, так что начнем отсюда, а потом сходим в Литейную, закончим. И почему ты решил нам помочь? Эти уроды разбили машину моего брата. Ограбили и выбили три зуба. Да уж, ублюдки поганые. От них по всему городу одни неприятности. Цыц, вот... пацан, сейчас я говорю. Так что, как сказано в Библии, око за око, зуб за зуб. Ну, с этой дыры и начнем. Так что за план? Сначала разнесем тут все к черту. И как мы это сделаем? Вот так. Вперед, ребятки. Эй, пошли, парни, а? Ты нам либо помогаешь, либо не мешаешь. Проучим уродов как следует, а? Это что такое было? Что-то он, по-моему, это... Вид у него какой-то
что он давно закрыт уже. Оставим им подарочек. Вито, Марти, у меня в багажнике пара коктейлей Молотова. Берите и швыряйте внутрь. Ха, с удовольствием, Стив. Ладно, теперь пошли в Литейную. Забирайтесь. Встретимся у главных ворот. До встречи. Так, а мы-то на этой развалюхе. Близко, на удивление. Машет стоит. А, подойти поближе надо. Сюда попали. Шли по дороге, блин, из желтого кирпича. Следующий. Ха, отлично. Вам крышка, уроды. Джо, берегись. Спасибо, брат. Черт, у них пушки. Они попали. Прикрой меня. Так, и че тут? Они все разбегаются, кто куда. Так, а тут что? Кто тут? Пошел, пошел! Ну, ты труп, козел! Я просто так не сдамся! Ну ты и стрелок! Естественно. Боже, я правда кого-то убил! Давай, быстро, пошли! Что такой радостный-то? Вообще-то плохо людей убивать. Все разобраться. Да блин, козел, а, живучий. Так, эти отъездились, да? Это? А это что стоит? Я говорю, что-то с игрой не то. От свой, блин. Ага, молодец, Вита. Быстрее, дай его. Я попал. Мне нужна помощь. В пятку убили, да? Опять не по плану все пошло.
Нам еще, да, куча? Так, они убежали. Ты у меня получишь, козел. Так, перезарядимся. Здесь точка какая-то вот за вагоном где-то. Стреляешь, как моя сестра. Я захожу. Ну же, урод! Молодец, я пошел, пошел! Гребаный гребень! Будь начеку, Вита! Прикрой меня! Ты порез? Забина! Он в коленку ему. Ему вообще по барабану. А вот это стоит. Да капец, я только начинаю стрелять, он убегает, сволочь. Козел. На мушку не взять. Меня зацепило. Но не страшно. Я вас не боюсь. Ты просто Супермен! Так, там еще... Эй, мне тоже остаться! Ладно, Вита, поехали! Стой, уйди! Я крут! Вита, погнали! Молодец! На, это уже наш. Я попробую его обойти. Слушай, все это как-то совсем уже. Эдди не обрадуется. А что ему станется? Мы что, должны были стоять и ждать, пока нас расстреляют, а теперь эти уроды уже никому не помешают? Что теперь, Стив? Пойду домой, напьюсь касторки и прочищусь. Недели две продуть не могу. Ну, я пошел. На здоровье. У нас Джо еще дел по горло. До встречи. Ну, вот так как-то. Ты где найти для Эдди два куска? Как думаешь, сколько потянет вот такая тачка? Вита, черт, да ты гений, эти тачки дешевые, верно? А Дерек нам как минимум штуку за каждую отвалит. Заметано. Увидимся в баре. Продайте хот-дог Дереку в доках.
Так, а это где? Это капец где. Ну, это, наверное, специально, чтобы мы могли заценить, так сказать, автомобиль. Есть гонять-то только на нем где тут? Надо бы на эту выскочить. На автостраду бы. На таком. Вот рокета. Тихо. Ох ты ж, ёлки-палки. Ход-рот уничтожен. О, зато газ в пол какой-то дали. Блин. Так, и откуда мы сейчас опять со свалки начнем? Вот с этой, с Литейного. Ты где найти для Эдди два куска? Да, как тут... Думаешь, сколько потянет вот такая тачка? Вита, черт, да ты гений, эти тачки не дешевые, верно? Как нам как минимум штуку за каждую отвалит. Ладно, тогда я. Заметано. Увидимся в баре. Угу. Ладно. Давайте поаккуратнее тогда ехать. Так хорошо ехали, да, тут где-то даже не врезался, блин. А в конце нормально так улетел. А кто сказал, что будет легко? Да, блин. Тихо. Фу, блин. Ну, а копам вообще пофиг, да? Или мы тихо ехали мимо них? Чего ты еще бибикаешь-то? Вообще-то ты должен пропускать. Здесь-то точно я по главной ехал. Так что не надо тут. И тут еще один. Вот это чем-то напоминает GTA 3. Там была такая же дорога, а снизу как бы какие-то промышленные предприятия, типа порта тоже, там же у воды. Вот почему-то вот ассоциация с GTA 3 у меня вот в этом месте. Преследую гонщик. Ясно. У нас тут ехали, тащу идиота в участок. Ты догони сначала. Тащу, говорит, идиота в участок. Ты сначала догони. Вот здесь вот, да, мы улетели.
того. Выйдите из машины, отойдите от платформы. Отдайте Эдди его $2000. А где он? Ой, блин, за него ехать надо еще опять-таки. А, ну естественно, она закрыта, это ж не наша машина. Где тут можно? Вот здесь. Чё встал-то? А, красный типа, да? Ну в копов мы, кстати, нормально так влетели. Но вот то, что он тащил придурка в участок, это он, конечно, слукавил. Ох, ё-моё. Ну, я, кстати, надо сказать, что когда первый раз в «Мафию» играл, хуже ездил. Так что просто этого никто не видел. Но сейчас, я так скажу, я лучше еду. Езжу. Там прям вообще все сносил. После старых GTA мне показалось тогда управление немножко, ну, по-другому управляется, поэтому все собирал. Так, зайдите в отель. Да, подожди, не туда я зашел, не туда, вот сюда, да? Видимо, да. И? Вот деньги. Ну, слава тебе, Господи. Вот же тупые наркоманы. Они нас надолго запомнят. Молодцы, ребята. Вот ваша доля. Спасибо, Эдди. Мы сегодня тебе еще нужны или уже все? Есть у меня одно дело. Нет-нет-нет, на сегодня все. Если что, я вам позвоню. Так, и сколько он нам денег дал? Минус 2000 мы бух. Arrivederci. А плюс-то сколько? Так, где выход-то вот он? Ну, машинка стоит. Машинёшка моя. Да садись ты, что ты, не стесняйся. Они тут все вон друг друга таранят им. Им вообще все фиолетово. Так, и где мы? Ну, блин, опять далековато, конечно. Ускорение тебе придать, что ты едешь еле-еле. Медленно так. Опять 25. Вот по закону подлость только выруливаешь, и там по-любому встречка.
Так, вот здесь мы, по-моему, костюмчик покупали, да? То есть мы уже где-то рядом. Так, а у нас же тут типа гараж есть. Ну, куда ты прешь? Да. Да, тут есть гараж. В смысле, не здесь не есть гараж, а это он и есть. Я хотел сказать, что это именно он. Вот эти двери, это и есть наш гараж. Так, еще выше, по-моему, да, мы живем? Вот здесь мы живем. Так, ну все, походу, спать ложиться надо, да? Ну все, давайте мы тогда на этом закончим. Продолжим с вами следующую серию. Больше часа получилось. Ну ладно, что. Все, на этом всем пока. Заходите в гости. Берегите себя. Пока-пока.